Спортивный зал отремонтирован при финансовой поддержке Смоленской атомной электростанции и при участии администрации города. На ремонт было выделено более 1 миллиона рублей. Работы по обновлению спортзала проводила смоленская подрядная организация «Альянс Строй». Мы сейчас находимся с вами в обновленном красивом спортивном зале, который стал теплым, уютным и доставляет эстетическое удовольствие и нам, и родителям, и детям. Первыми в новый зал пришли самые юные воспитанники спортивной школы. В начале тренировки – разминка, одно из обязательных условий перед активными играми. Занимается с детьми директор спортивной школы, тренер по дзюдо Валерий Платонов. После физкультминутки мальчики и девочки учатся правильно отжиматься, кувыркаться, делают все, чтобы укрепить свои мышцы и уже через год приступить к изучению настоящих приемов борьбы. Более 2 месяцев у нас продолжался ремонт. Здесь окрашен потолок, окрашены были стены, полы, трибуны. Также произведена замена защитных экранов на батареях, замена дверей, замена форточек. Родители юных спортсменов по достоинству оценили новый зал и работу тренеров. Мы тут делаем отжимания, дисциплину держим. Еще мы тут делаем борьбу на коленях. Мне очень нравится, как мне хорошо в дзюдо. Стало свежей, красиво. Видно, что именно здесь вот любят детей, ждут и занимаются с душой. Спортивный зал шикарный, просто новый. Вообще, вот после ремонта он выглядит совсем по-другому, он такой яркий. Дети с удовольствием занимаются. Но особенно хочу отметить, это нашего преподавателя. Это Валерия Владимировича. Он просто отдает им всю душу. Руководство школы надеется, что теперь юные спортсмены смогут достичь еще больше новых результатов. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Дисна ТВ.